Привет! Ребята, всем привет! Всех с праздником Хэллоуина! Кстати, сегодня будет про это видео. Больше я вам ничего не скажу. Чтобы был секрет. Было интересно. Сегодня я ночью сниму видео, потому что Хэллоуин ночью. Сегодня я про это сниму видео. Но сейчас у меня другая тема. Я сегодня хочу выиграть том за золото и собрать как можно больше монеток в этой игре. То есть как можно больше золота в этой игре. Я буду бегать и собирать монетки. Ну, как обычно, впрочем-то. Ждем загрузки. Тут она долгая, но подождем. Ждем загрузки. Сейчас, ребят. Тут уже такая заставка с тыковками. Видимо, ну, уже подготовлена заставка к Хэллоуину. Тыковки очень красивые. У нас Бен как зомби выглядит. Ну, вот уже чуть-чуть осталось совсем. Все. Загрузилось. Я буду играть без звука, но можно чуть-чуть сделать звук. Все вот так. Вот, мне уже что-то пришло. Вот, мне 600 монеток. Все, бежим. Собираем монетки. Рок, рок, урок, урок. Так, давайте это не буду озвучивать, вы просто смотрите, я просто не знаю, что тут озвучивать, в общем-то. Ой-ой-ой-ой-ой, прям куда-то не туда повернула. Ну, ничего. Собрала 73 монетки, бывало, конечно, и лучше. Ну вот. Сейчас посмотрю, сколько у меня на счету монеток. Заходим в строительство. Бена мне не буду покупать. Я вообще тут ничего не покупаю. Не хочу. 56 тысяч у меня. Ну, продолжаем играть. Хочу собрать 100 тысяч монеток. Музыка, кстати, прикольная. Не знаю, слышно или нет. Потому что я динамики случайно закрыла. Понятия не имею. Снимал уже 3 минуты. И он почти пол этого времени загружал игру. Так, опять 75. Что-то я, знаете, как-то сегодня не очень готова. Обычно больше гораздо собираю вообще. Ну ладно. О, заряд аккумулятора. Отличненько. Сейчас эту игру сыграем, подключим. Да, если что, это был сарказм, что отличненько. Ну, вы поняли, что в другом значении, в кавычках. О, уже как-то быстрее бегу. Да, уже побольше монет заработала. Один раз тут минут 10 бежала. Реально, очень много. Так, бежим. Дальше. Красиво, кстати, тут все оформили. Мне даже очень даже нравится, если честно. Ту-ту-ту-ту-ту. Ой-ой-ой. Ура, перепрыгнула. Я думала, сейчас врежусь. Так, 352. Идем в новый мир. 2000... А, вот так будет выглядеть мир в 2020 году. Вот, вот такой он будет. Вот такие там будут машины в 2020 году. О, уже скорость побольше. 518. Отличненько. Ой-ой-ой-ой. Берем удвоение. О, отлично. Так,
Так, так, так, так. Так, бежим в лес. Бежим, 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 бежим. Ой-ой-ой-ой. Пролетаем. Пролетаем. Подпрыгиваем, подпрыгиваем. Пролетаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, господи, тут сложнее гораздо бежать. Ай, скорее бы уже эта трасса кончилась. Ура! Ура! Так, так, так. Сейчас мне очень интересно видео. Если что, включайте. Я могу сегодня... Главное, сегодня зайдите вечером, ночью или завтра. Я, наверное, буду монтировать до завтра. Или же не буду монтировать, не знаю. Лучше, конечно, смонтировать. В общем, заходите сюда позже, уже вечером, ночью. Я выложу видео про Хэллоуин. А можно будет вообще стрим снять. Но в стриме это будет маленький экран, а вам нужно будет смотреть. Так, я чуть не сказала, что вы будете смотреть. Нет, 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 я не буду вам говорить. Это у меня выскочило, знаете, я секреты не умею держать. Вы скажете, ну тогда рассказывай, раз не умеешь. Но я все равно не буду рассказывать. Я его почти догнала. Догнала, догнала. Бьем, 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 бьем. Я его обожаю бить. Есть две звезды. Я хочу три собрать. Ну ладно, две. Пусть будет. 300 монет. Ура! Ой-ой-ой, как быстро. Ой-ой-ой-ой. Невозможно. Слушайте, ребят, ужасно. Невозможно. Уже 1000 монет. Да полторы уже. Уже даже больше 1000. Нет, ужасно вообще. Блин, это невозможно. Слушайте, ребят, очень сложно. Я, конечно, сдаваться не буду, но мне кажется, сейчас врежусь, ребят. Нет. Ой-ой-ой, прям задело почти. Ой-ой-ой-ой. Ну все, ребят. Молодец, да? Одна 1688. Ура, почти 700 тысяч. Точнее, 1700. Да. Не 700 тысяч, 1700. 58 тысяч штука. Так. Давайте мы с вами будем гонять. Ждем соперников. Я буду за Джинджера. О, Анжела. Анжела и Бен. Да, давай, давай. Если честно, я всегда в них проигрываю. Постоянно просто. В этих гонках. У меня шанс быть второй. Я уже последняя. Так, я пока первая бегу. Я реально первая. Ой. Уже вторая. А, последняя. Блин, обидно. Мне кажется, я последняя пройду, если честно. Я первая бегу. Уже не первая. Уже полторы минуты бегу, блин. Финиш, все, я последний, ребят, я последняя.
Так, возьмем комарок. Я пока первая, ребят. А, что-то глючит. Все, если я один раз сейчас ударюсь, то меня точно все обгонят. Так, не знала, блин, так и знала. Меня уже кто-то погнал. Ура, я вторая буду. Играем. В следующий раз возьму Анжелу, потому что мне что-то с Анжелой лучше получается. Реально, мне Анжела всегда выигрывала. Я еще с Джинджером не играла, не знаю, может, она как-то побыстрее у меня была, я не знала. Просто даже не знаю, я все время с ней выигрывала, а с другими все время проигрывала, кроме Джинджера. Потому что я сегодня с ним первый раз играю. Простите, если видео чуть-чуть грустное, ну, скучное, я бы сказала даже. Более конкретно, скучное видео, но... Ну... Скажу, сегодня вечером будет веселее видео. Потому что тема будет другая. Уже не про игры. Сами знаете, про что. Ведь у нас вечером, иначе что? Правильно. Пишите в комментариях, понравится ли вам это видео. Ну, понравилось ли вам это видео или нет. Так, я реально пока первая бегу, но такое ощущение, что все сейчас будет какая-то фигня. Я проиграю на ней. О, браво! Юху, я на первом месте! Я на первом месте! Я так рада! Я реально очень рада, что на первом месте. Так, давайте посмотрим, на что мы, может быть, уже накопили. Закрыть. Так, все. Открываем сейчас сундучок. Скрыть. Отлично. Сейчас посмотрим видео, нам за это дадут сейф.
О, про Фейсбук. Все, мы скрываем наш сейф. 10 шлемов, 3 взрывалки и 10 самолетов. Ура! Смотрим, на что мы накопили. 58 тысяч. О-хо-хо. Так, домой. Да, теперь... Ну, вообще, у нас дом вот это? Нет, не это. Вот это, да, у нас дом. Строить. Так, мы все за монетки купили. Теперь можем купить это. Это недостаточно. А, да, у меня недостаточно. Ну ладно. Потом еще поиграем. Ну, ребята, не знаю, давайте еще во что-нибудь поиграем. Хотя, ладно, тогда будет это следующее видео у нас. И ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Привет, Усик от Маруси ТВ. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы узнавать о моих новых видео. Не забудьте нажать на ссылочку в описании. Там будет ссылка на меня в ВК и в Инстаграме. И всем пока! Пока-пока!